Раньше я видела солнце, я стала его чувствовать. Раньше я смотрела, как бы, ну, как вот дует ветер. Я стала его слушать. Я понимала, что тает снег, хрустит эта корочка льда под ногами, прыгают эти вороны. Я стала это чувствовать. Такое впечатление, как будто чувствуешь землю и таяние снега ногами. Понимаете, совсем все по-другому. Ну вот такая весна, ну, первая весна в жизни. Вот ее я помню. Многие другие весны я не помню, а эту помню. Потому что она вот была вот такая, наполненная теплом, звуками, ощущениями, прикосновениями, прикосновения рук незнакомых мне людей. Мне какое-то время было вообще трудно дотронуться до человека. Да, я как-то даже боялась этого контакта, мне все хотелось делать самой. А тут, пожалуйста, руки, части тела, другие люди. Господи, я не боюсь чужих рук, мне они нужны, мне они дороги. Я как-то вот так вот, ну, сразу, понимаете, вот дотронулась до ладони, все, я ее увидела. Тут не знаю, как это получается. Вот с той весны вот все и у меня и началось как будто. Мне надоели четыре стены, пол, потолок, море хочу, небо хочу, солнце хочу и дорог. То есть тут у меня вот это вот внутри, мне бы хотелось движения, да. Мне нравится солнечный день, я никогда раньше не была зависимой, мне было все равно, в принципе. Хорошее состояние души, хорошее настроение, неважно, снег, дождь, солнце, что угодно. Но теперь, когда я выхожу на улицы, вот, я очень часто у своих друзей спрашиваю, где солнце, покажите хотя бы, в какой стране, есть ли оно сегодня на небе, какое небо. Плывут ли облака, или оно просто высокое, допустим, там голубое или серое, осеннее, да, это очень важно. Я почему и сказала, что вот я вот этот вот созерцатель, наблюдатель, художник, почему я в поиске, почему я ищу себя, потому что я действительно вдруг стала понимать вообще, из чего я, собственно говоря, состою, как вот я расту. И мне так радостно, если вдруг что-то на самом деле у меня начинает получаться. Если я... Раньше я не слышала, а вдруг услышала что-то, какие-то оттенки, нюансы. Раньше не понимала, стала понимать. Да, конечно, я реагирую чуть-чуть, да, острее. Да, может быть, что-то глубже проникает в душу, что-то ранит, да. Но все это нужно мне. И я очень рада, что именно так все происходит. Большой импульс, самое сильное впечатление я, например, получаю просто-напросто от общения с другим человеком. То есть природа, да, это на первом месте, но это мое. Да, это я делаю тогда, когда я одна. Мне для этого рядом люди не нужны. Что касается всего чего угодно другого, то нужны люди. Нужен их голос, прикосновение,
совместные какие-то действия, которые мы предпринимаем, да. Неважно, будет ли это проект, будет ли это прогулка, иной раз даже совместное прослушивание какого-то музыкального произведения, поход в театр. Вот такое вот развитие, оно происходит. Только, может быть, это не так заметно, это все происходит очень медленно, постепенно, да. Так медленно, что иной раз кажется, что ничего не происходит. Но на самом деле, даже вот когда ты стоишь на месте, ты все равно на месте не стоишь, потому что ты все время обязательно что-нибудь додумаешь. Если нет общения с другим человеком, значит, обязательно будет общение с самим собой. Но не на таком уровне, знаешь, как вот раздвоение личности. Нет, просто будешь задавать себе вопросы, думать о чем-то. В конце концов, обязательно тогда... хотя бы с тем же цветком будешь общаться. Подойдешь, польешь, прикоснешься к листу. Thank you.
Mana piera redz. Mana roka lasa dzejoļus tavā rokā. Man kāja runā ar akmeņiem, ko min. Manu balsi paņem putni un svin pavasarī kokā. Man visas krāsas ir dotas, tās visas ir pārtulkotas smaržās un skaņās, kas dažbrīd tik liegi kā nopūti ienāk manās maņās. Kam man grāmata? Vējš lapas šķir, un es zinu, ka tajās vārdi ir. Un nāve, kas acīm nakti dod, manējās neatroda.